В этом видео мы создадим нового водителя для организации. Для того, чтобы это сделать, надо войти в Truck Insure аппликацию как управляющий автопарка, Fleet Manager. На центральной странице авторизации введите ваше имя авторизации, Login Name, пароль, и выберите опцию «Управляющий автопарка» – «Fleet Manager». В верхнем левом углу вы нажимаете на кнопку «Меню». После чего вы нажимаете на «Drivers» – «Водители», чтобы зайти в список водителей. На страничке со списком водителей в правом верхнем углу есть знак «Плюс». Для того, чтобы добавить водителя, надо нажать на этот плюс. Американские и канадские рабочие циклы Duty Cycles должны быть установлены в соответствии с часами, которые больше всего подходят для вашего бизнеса и для вашей компании. Пожалуйста, не основывайтесь на наши советы по поводу ваших рабочих циклов. Только вы их можете определить, зная свой бизнес. Домашний часовой пояс Home Time Zone, выбранный для водителя, переопределит временной часовой пояс организации. Вы можете включить или выключить опции «Движение по парковочному парку» – «Yard Move», «Персональное использование» – «Personal Use» и «Свободный от ELD» – «ELD Exempt». Опции «Движение по парковочному парку» Yard Move и «Персональное использование» Personal Use будут являться частью режимов AOBRD и ELD, поэтому их надо выбрать. Опция «Свободный от ELD» (ELD Exempt) не играет роли в режиме AOBRD, поэтому ее вам не необходимо выбирать. Имя авторизации (Login Name) должно быть в виде имейла для того, чтобы сохранять свою уникальность. Пароль может быть любым.
Эти имя авторизации и пароль водитель должен будет использовать для того, чтобы зайти в Track Ensure аппликацию со своего мобильного устройства. Нажмите на кнопку «Сохранить» – «Save», чтобы сохранить всю информацию. Мы можем видеть нового водителя в списке. Вы можете нажать на водителя, чтобы посмотреть или чтобы изменить его информацию.